Битва завершена. Доставляю груз. Ого, Квас, ты пришел! Я твердила себе, что наверняка будут царапины, но, оказывается, я ошиблась. Упоминаю тебя, мой партнер оживляется и начинает говорить, как ему охота с тобой познакомиться. Его тоже очень интересует хиральная сеть. Он за нее и все такое. Но у меня как-то пока это все не уложилось в голове. Я просто хочу сказать, попробовать я готова, но только без каких-либо обязательств. Если так можно. Если да, то окажешь мне честь. В наш летний дом у водопадов. Ха-ха! Спасибо, что пришел. Давно хотел познакомиться. Я знаю, о чем ты думаешь. Это у меня выдра на голове? Или я просто рад тебя видеть?
И то, и другое. Выдры из того же семейства, что норки и хорьки. У меня в семье тоже есть хорьки, но не будем про моего брата. Ого, ты крут. А ты знал, что выдры легко обходятся без суши? О да, они все делают в воде. Едят, спят, рожают. Только одного они там не могут сделать. Утонуть. Потому что они так хорошо плавают. Ладно. Да уж, тебя рассмешить еще труднее, чем его. Кстати, на-ка вот возьми. Тебе пригодится. А мне не нужен капюшон. В капюшоне я смешон. Да ладно. Прикольно же срифмовал. Классно звучит, ну... Эй, у меня ж 12 лет ни одного зрителя не было. Кстати говоря, этот капюшон сшила моя напарница по косплею. Она мастерица. Тройной стежок. Шелковая ткань. Кудесница. Надень его, и ты тоже сможешь без страха скользить по стремнинам. Если только не боишься выглядеть секси. Да? Серьезно? И сейчас нет? Знаешь что? Ладно. Уходи. Просто уходи. Да, и дружи тогда с рекой. Смеху-то. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Sweaty clothes, the routine.